Всем зрителям большой привет, с вами Трахон, это серия вечерних посиделок Форс. Надеюсь, вам будет хоть немного интересен такой формат, экспириенс своеобразный, где я просто сижу, играю со своими знакомыми и показываю это вам. Всем приятного просмотра. Ты запись начал или начнешь при загрузке? Ну, я уже запустил ее. А, пропасть. А что, не надо было выбирать? Не, просто ты угадал мою самую нелюбимую карту из линейных с первого раза. Ну, извини, я не знал, что я так быстро и хорошо попаду в твою нелюбимую карту. Там уже кто-то стреляет. Ничего себе. Дурак какой-то. Тут одни пулеметы. Куда он стреляет? Кто его знает? А этот кирешки... Хрустим. Я... Кушать очень вкусные. Реклама. Я вырежу, они мне не платят за это. Ты чего? Ты чё, я 100 рублей заплатил за две пачки. Так что я тебя заплатил за рекламу. Я тебе через монитор передам. Не получилось, зато теперь на клавиатуре крошки. Чё я за херню строю? Мне вот тоже интересно. Мне нравится. Красиво, да? Вентиляторы, главное, стоят. Красиво, ты чё? Пойми, это было так и задумано. Всё в этом план. Но Гитлер тоже хотел стать художником. Ну, хотя бы нарисовал картины. За свою жизнь. Я тоже могу взять там карандаш и нарисовать черный квадрат. Дайте мне 1 000 000 рублей. Хотя бы. А лучше долларов. А лучше евро. Не, ну это уж ты слишком загнул, ты чё. А лучше дайте мне запустить нормально странир. По-моему, это даже за 1 000 000 долларов нельзя купить. Ну за 1 000 000 долларов ты себе купишь комп, мне кажется, ты этого сделаешь всё-таки. Я в таком месте хорошие бомбочки... Ой, не бомбочки, а это ставлю. Взрывоопасные штуки. Да нормально, ты чё? Всегда так делаю. Ну ладно, как скажешь. Хотя о чём ты? Какое это место взрывоопасное? Я рядом с реактором ставлю. Не надо мне тут врать. Ну ладно, как скажешь. Ставь рядом с реактором. Будь как профессионал на 45-м месте. Окей. Я тебя послушаюсь. Хотя все равно на этой карте за реактор фиг попадешь. Можно сразу в реактор целиться. Тут не надо надеяться то, что ты взорвешь батарейки, потом взорвется реактор. Нужно надеяться то, что реактор взорвется, а потом ты взорвешь батарейки. Взорвать батарейки, короче, важнее. Интересно, они через лазеры пойдут? Интересно, я через лазеры пойду? Я не знаю, пойдешь ли ты через лазер. А, ты еще даже не поставил ни одну из шахт. Я думаю, ты сразу же... Ой, не шахта, а заводов. Я думаю, ты сразу же в заводы пойдешь. Так я же говорю, я несколько месяцев не играл. Я же там... Я сейчас профессионал. А, я просто помню тактику какую-то тогда мне рассказывать. Типа сразу же идешь в завод, там ставишь один, потом второй, потом следующий. Это фаст-пушка или фаст-лазер. Как тебе больше нравится? А мне сейчас нравится смотреть, как стрелять по моим союзникам. Почему-то всегда стреляют по моим союзникам, а не по мне. А что, по мне стреляют? Нет. Я уверен, что выстрелят в первый раз по тебе. Если я буду развиваться медленно. Но я уже постоянно завод, так что 100% я первый буду. Это такой закон Форд. Я тебя понял. Тот, кто агрессирует, получает самым первым. А, ну у тебя тоже завод стоит, все. Ты мой союзник, значит, ты получишь самый первый лифт. Спасибо. Спасибо за доброту. Это просто моя тактика. Я сливаю союзников, а потом добиваю тех, кого они уже надамажили. Мрамор сделал почти так же. Только при этом он сливался тоже. Но я не сливаюсь обычно. Ой, какая веселая игра. Ну, я бы так сказал, они пассивно пока играют, то есть нет такого прессинга какого-то.
Интересно, я 1-2 смогу победить тебя и мрамора? Да, сможешь. Ты чё? С учетом того, что он сейчас не играет, то тем более. Тут же можно было в эти, наверное, уйти в ракеты Роя, я что-то не пошел в них. Какие ракеты Рой? Ты что, сумасшедший, что ли? А где чё? Ты здесь Рой поставишь, алло? Внутри, чтоб себя стрелять. Ну да, хорошая тактика. Так что, главное рабочая? Я знаю людей, которые так делали. И с одним из них ты так сидишь. Прямо сейчас. Как скажешь. Правда, я еще больше любил по своим союзникам из Роев стрелять, которые сверху были. Короче, лучше со мной не играть в команде. Я тебя понял. Но... Че, по тебе выстрелили? Нет, нет? Нет? Блин. Мне вообще не стреляли. А я такой уже обрадовался. Ну вот так вот уже радуется, что по мне стрелять начали. Ты че? Где доброта, где командный дух? Ты еще с Джаггернаутом не играл. Там столько доброты ведь. Ну все, я сейчас поставлю завод. Ну что, в лазере идем или в пушке? Не знаю, во что пойдешь ты, я иду уже в пушке. Окей. А ты сам выбирай. Я уверен, что ты будешь мазать из пушек, как и я. Ага, здравствуйте, однако. Ну я помог тебе, мои пулеметчики постарались. А, ну хотя он мне снес одну деревяшку, но мне нравится. Зенитки, здравствуйте. Пришло ваше время. Зенитки, я выбираю вас. Надо немножко укреплять броню, чую я. Что такое броня? Никогда не слышал. И батарейки такие стоят за реактором. Какая броня? Вот, ставим пушку. Военная мощь — это самое главное. И двери, прекрасные двери. Которые ты откроешь, и в них сразу же залетит. Прям жизненно. Чё? Мне снесли зенит. Это крик боли. Антим. Минус шаг. Ну, вот вообще, офигели. Не, ну это да, это прям. За это баны получить можно, вообще. Да вы задрали, как она метка попала. Тут же столько свободного места, и она попала именно в зенитку. Ну тебе просто повезло. Ну я прям, мои пулеметчики прям тебя спасают. Моих пулеметчиков, правда, нет. А, я понял, да, спасибо за них. Она взорвалась об стену. Спасибо за них. А боги, они так взорвали красиво это дело. Ты видел, да, как это все выехало сейчас? Да вы задрали. Чем вам эта деревяшка не нравится? О, лазеры пошли, надо обороняться от них. Угу, от плазменных лазеров бы сейчас обороняться. Да это начало. Дальше пойдет другие. Ага, смешарики, начало. Я тоже люблю смешарик. Классный мультик. Это тоже реклама, если что. Реклама смешариков. На канале Катрахон. Сейчас будет. Да, смешариков рекламить. А чё нет? Берешь и рекламишь. Тоже верно. Тебе что-то не нравится? Да мне все нравится. Мне вот тоже. Пошёл в жопу. А чё они вообще делают? Они типа стреляют по нам? Да как ты так зенитки-то сносишь? Ты забрал меня. Они стреляют по нам, прикинь, да, это игра, в которой нужно заказать чужие форты. А я думал, тут там надо просто строиться, знаешь, такой строишься и все, и ты больше ничем не занимаешься. Мрамор тоже так думает. Я тоже так думаю, мне так нравится, просто броняешься, ничего не делаешь больше. Я зенитку сейчас несу, я пушкой зенитку снес. Красава. Чисто равный обмен. Выстрелил в пушки и
снесение зенит. Как он идеально попал. Ты видел, как они мне зенитки сносили? Нет. Это он еще промазал. Я тебя понял. Нет! Ё-ма, а ты-то как взорвалась? Ты даже рядом не была. Чё за тупая пушка? Чё-то у тебя там... Мне попали по реактору, а у меня взорвалась пушка. Форд, где логика? Я новую поставлю, мне не жалко. И мне бы было жалко пушку. А мне нет. Мне жалко то, что у меня там вот так красиво деревяшки стоят. Так, ладно, надо ставить что-нибудь из-за... Да ну нафиг, я их переделаю полностью. Надеюсь, форт не упадет. Не, не упал. Нормально. Сейчас так бабах. Тогда сойдет. Раз не упал, значит сойдет. Да, раз стоит, значит все нормально. Ну да, это жизненно. Ты говоришь, куда тут от ракеты идти? Видишь, как хорошо ракетами тебя пытаются выносить. Так ты про Роя говорил, алло. Ну... И не путай. Ладно, хорошо. Согласен, я говорил про Рой. Пошли в жопу со своими ракетами. Вот нате вам. Пробивайте, говнюки. Сколько я слоев брони уже успел поставить здесь? Больше брони. Посмотри на мой реактор, просто. Лучшая тактика на свете. Куча брони, реактор. Нет, он убил пулеметчика. О, нет. Как ты мог? Медный пулеметчик. Да помню, блин, скорбим. 2019-2019 год. А чё, я не могу... А, я могу сюда выстрелить. Чё, я переживаю-то? О, хорош. Вы задрали со своими зенитками. На тебе. На тебе. Больше выстрелов по реактору, больше месива. Заходите на канал Катархунта, чтобы увидеть, как уничтожают его базу. Ну да, я, значит, правду сказал, походу. Чё, они поверху выстрелили? О нет, там же все плохо, там нету брони. Как они могли? Оу, как хорошо-то меня там прострелили сейчас. Есть, я ему что-то... Я что-то ему снес. О, ты кого-то... Чё, говоришь, что-то снес, да? А ты, видимо, добил нижнего. Хорош. А этот верхний, короче, такой лазером пытается что-то сделать, и все. Ему типа норм. А я до верхнего не достреливаю, найс. На тебе. Ну-ка, там реактор, кстати. Ну, такой себе. Будь здоров. Я кашлю. А, ты кашлю. Ну, все равно будь здоров. Как бы тут не поспоришь. О, как хорошо-то он прям в себя попал. Я такой сижу, сижу с одной пушкой, мне нормально. Мораль всей басни такова, не ставьте лайк. Да. Говорит, человек, который почти раньше почти всегда ставил лазеры. Да. И сейчас их будет ставить. Притом, он, кстати, ставит эти зажигалки только, что он на нормальные не выйдет. Дебил. Просто, моя база, можно написать как 101 ну, слой брони. В реактор попал. Понятно, он даже там особо не защищается. Лови плюху. А, не попал. Ну и ладно, ну и сойдет. Ну и ладно, ну и сойдет такой. Лол, у меня пушка вот так вот простреливает, вот это. Я могу вот так выстрелить, смотри, Катархон. Ну, давай. Базу. Найс. О, нет! Ему можно весь верх сбить.
Он моих пулеметчиков пытается выбить. Насколько же унуп то, что тебя не может убить? Тебя, вот это вообще... Ой, как у него что, он пригорел это сейчас? Я не знаю, я вообще в атаку типа не шел, а он все. Понял, я двоечный раз, не наш ты. Знаешь, я это, даю им фору. Просто на ущерб посмотри, 35 тысяч против нас. С учетом того, что мы не прессинговали с тобой вообще никак. Я, мне пушку сломали сплэшем. Сплэш выстрелил в реактор, мне выстрелили, мне сломали пушку, не знаю как. Ну видишь, просто случайно. Так, что следующее выберем? Ты любишь сталактиты? Я люблю моды. Очень люблю. Я... Не представляешь, насколько. Я тебя понял, но подожди. Сейчас будут моды, не волнуйся, я закину. Я знаю, что нужно, я профессионал. Давай только не те, которые приведут. Это все на оружие. Почти. Так с нами точно никто не сыграет. Почему? Нормальные моды. Таня, мод. А теперь у тебя моя карта работает? Как я ее проверю, походу. А, ну смотри, у меня галочка стоит, типа все поставилось. Найди ее в этой. Я поставил на скачку. У меня типа скачка идет. Суперход загружается. Все, у меня вроде как должна быть твоя карта. Нажми на карту и нажми на... А, че, вот она. Так она вроде же выполнена, нет? Бихай. Да. Смотри. Еще снизу поставь совместный режим, а не командный бой на смерть. Так с нами точно никто... А, нет, грузит народ. Будем продвигать твою карту в массы, знаешь. Я вообще профессиональный строитель карт. Куча людей, да, если я это не выражу, будут говорить, нафига ты шуршишь. Ну, типа, ого. Сейчас посмотрим вообще, она нормально работать будет. Вообще не вылетит игра или нет сейчас. Сейчас так бац, все вылетает. Если вылетит, это вы сами виноваты. Это не я, да, это все другие. Карта отлично. Я надеюсь, что средняя и нижняя база сразу не упадет, а то... Ерор. Это нормально, не пальчик. Ерор. Старой версии больше эроров было. Ну, пока только 3 эрора. Не, в старой версии мода хорошо защищенный или well defended. Было примерно эророк 40 вылетало, но он работал. О, я загрузился. Ждем еще тебя, но... получается. Как вкусный крем. Это так и задумано. Это не так задумано. Это выглядит классно. Так, знаешь, сразу же просто... Сложилось. Просто все сложилось. Так, что я делаю? Надо вверх... Я за верх, короче, ты за низ отвечай. А что за Таня за 100, за 150? Она что делает? Ты можешь, когда ее наводишь и потом начинаешь ставить, тебе показывается. Ну я типа поставил плюс рядом с реактором. Плюс 1 генерация энергии, плюс 5 генерации... 5, плюс 5 энергии и плюс 1 ресурс. Еще плюс 10 емкости ресурсов и плюс 50 емкости энергии. Что-то она какая-то имбовая. Ну это Танька, неудивительно. В каком месте она имбовая? Объясни мне. Ну за чё, сколько бонусов? За просто так. За просто так? Она же дешевая. Она стоит по энергии примерно как шахта и по ресурсам примерно как ветряк. В каком месте она дешевая? Объясни. Ну для меня дешево. Ой, тут столько всяких веревок и железок. А, у нас чуть база не упала. Нормально. Чё за база? Ты уже базу какую-то посеял? Не, нормально. Все нормально. А чё эта железка не ставится, алё? Какая? А,
А, у нас тебя ресурсы некуда заполнять. Ну, ставь. Что ты? Ну, что ли? Ставь давай, работай. Говно. Хорошо, все, за тебя должен делать. Да. Сейчас шуршать буду. Шурши. А их можно соединить? А можно, отлично. Да. У нас же совместно... Так не говори, что ты мне на железо потратил. На что? На соединение? Я железо еще не трогал пока. А что надо было? Я вон Танюху рядом с базой поставил. Танюху? Ну ты и собак. Надо потом исправить кое-какой баг. Да ладно, падающий это так и задумано, ты чего? Это не баг, это фитч, да? Да. Что, знаешь, все такие заходят, видят это и офигевают, типа, чё? А в итоге ты такой, это все так и должно быть. Ты знаешь, как на сцене шторы открываются? Да, это именно шторы. Это не как-то по-другому называется, это именно шторы. Не спрашивайте меня. А мы что-нибудь это, атакующее будем ставить, кроме шахты? Мы будем шахтами стрелять. Хорошо. Не, идея-то в целом здравая, я ничего не говорю. Шахты стреляют хорошо, я давай побольше этих поставлю. А то у нас слишком перенаполнение идет. Надо бы... Может, ты для них больше места сделаешь, не знаю. А не будешь их наверху базы ставить, не? Да все нормально, смотри, бамс, бамс, что это, бамс. Что это наверху база? Объясни. Не спрашивай. Это чтоб противника запутать. Пойми, он такой смотрит и не понимает, что это вообще за херня здесь висит. А еще ты не пробовал батарейки ставить? Зачем? Ресурс, он главное. Зачем? Он заполнил. Это же ты за это ответственен, нет? Ну куда? Я сюда хотел поставить. Вот. А прикрыть? Ты что делаешь? Куда ты туда-то нас... Ты издеваешься? Больше батареек. Да нас взорвут там сейчас. Бери броню, ставь. Ничего страшного. У меня броня не... Где она? Какая? За 1000 которая? Нет, это золото. Оно очень плохое и оно очень тяжелое. За 600... Ставь же... За 610, да. О, я выбрал, значит, правильно. Ага, со второго раза. Я тебе напомню про это. Почему? Потому что сначала за 1000 ставить. Так я тебя спросил просто, я же не поставил. Вот если бы я поставил, тогда было бы другое дело. А, то есть во второй раз ты не спросил, да? Да. Подожди, я же ничего дорогого не ставил вроде, нет? Так, надо как-то вот так вот по красоте сделать. Красота, посмотри, какие базы соединяем. Просто великолепно. Наш шедевр. Божественный строитель. Да, я умею хорошо строиться, но только сквозь текстуры. А не сквозь текстуры я плохо строюсь. Все, у нас все базы соединены. Вообще можем гигантскую стену сделать. Посмотри, что они делают. Они тебя тоже соединяются. Нет, посмотри на их базу. У них она выглядит как, знаешь, как в этой игре, в которой фабрику нужно делать. Ну зато все ровно и красиво, смотри. А чё за Я вижу, какая. А чё за шахта на 800? Это завод какой-то вообще по нефтепереработке. А чё за мини-реактор? Мини-реактор, он рванет, определенно. Ну понятно, что рванет. Просто мне интересно, что за реактор. Так, может оружие какое-нибудь поставим, а? Ты сначала сделай завод для оружия, а потом ставь. Да, какая разница, можно и так поставить. Я не знаю, что снайпера, это. Снайпера, да? А нет, я миниган поставил какой-то. Ставь, короче, знаешь что? Чё? Ставь миниган за 650. Гатлинган. Он, короче, дрель. Так я его и взял. Ты сейчас увидишь, почему он называется дрель. Почему я его так называю? Потому что он шумит, как дрель. Ты что, его уже слышал, что ли? Да нет, я просто подумал, раз ты так его называешь, то этому должно быть какое-то объяснение. Какая-то... Нет, ты просто послушай его выстрел. Он не шумит, как дрель. Он и есть дрель. Звук выстрела просто один в один, как дрель. Я тебя понял. Сейчас послушаем. One shot, one kill. А, еще и скаттершот нужен? Ну, не зря ты скаттершот взял. А.
Пингвинская пушка. Огонь. Давай тебе. Давай тебе Таньку поставлю. Классно, оранжевый снайпер, мне нравится. А еще я тебя бочку поставлю. Зачем она, не знаю. О, а это что такое? А, это ты вообще все подряд будешь ставить. Да, я же изучаю, что это такое. Не, давай вот этого ставим. Блин, не ставим. Я сам не знаю, что это такое. Что это за граната у них на базе прыг? Она еще не попала и улетит. Что? Что это еще такое? Они тоже что, нихера не знают, как и мы? Это я выстрелил, понимаешь, да? А, это ты выстрелил. Смотри. А-а-а. Я понял. Во, вот это надо ставить. А мне нравится. Больше попрыгушек. Я жду миниган, и мы сейчас будем им стрелять. Угу, послушай звук. А интересно, мне он... понравится. Сюда вот надо, да? О, все, я буду ставить имбу. А, ты ее уже начал ставить. Теперь понимаешь, да, почему дрель? Неплохо, так, надо туда же еще пробить. Давай, стройся быстрее, зараза ты такая. Я просто профессионально ставлю пушку. Во, отлично. Что это такое? Это имба. О, реактор уже поврежден. Нифига себе. Прикольно. О, как залетело, нормально. Не, это не нормально. Господи, как от этих пушек база трясется. А, ясно. Укрепляй там, укрепляй сейчас, а то снесутся. Сейчас, да, да, найс. Мне кажется, а ты что не укрепляешь там? Ты забил на это дело просто. Да. Ты же это, ты же строитель. Я строитель? Мы же вместе строители, ты чего? Нет, я это... Е-бой! Ты снес один реактор. Ясно. Осталось три. Не обрался, что они делают? Почему у них вообще оружия нет? О! Где место? Мне нужно поставить это куда-нибудь. Освободить место. Пошло нафиг. Ага, найс. Один уже выходит. О, а гранатки надо закидывать? Они, смотри, сейчас взорвутся об реактор. Да нет, они прыгают почему-то. Что за... Это наркоманские гранаты. Они всегда прыгают. Вот видишь, что я ставлю? Вы чё, офигели? Ты чё, охренел? Ты отсюда, да, значит, смотри? Ну ты не дашь. Ты не попал туда. Вот сюда вот надо. Вон, видишь, куда я выстрелил? Ага. О, у него там пушка наверху. Это не пушка, это был лазер. Ну, ты меня понял. Я тебя понял, но... Во, все, лазера больше нету. Зачем ты поставил бочку, которая утяжеляет базу? Объясни мне. Утяжеляет? Да. Я тебе сказал, я поставил бочку, ты промолчал, я такой, ну ладно, значит это нужно. Просто я тебя не слушаю. Вот так вот все, зато честно хотя бы. Больше пушек, богу пушек. Да ты издеваешься, ну куда ты издеваешься? Я специально для нормальных пушек их я поставил. У меня вообще мегалова не играет, найс. Вот ты знаешь, что такое мегалование? Если не знаешь, то ты говно. Понял? Я тебя понял. Что, о, не знаешь? До реактора почти добрался. Смотри. Найс, поставил железо. Как ты это вообще делаешь? Я не понимаю. Что? Это они нубы такие, что ли? Да. Они вообще не обороняются, ты чё? А они там вообще есть? Надо нажать, проверить. А на какую кнопку? На какую кнопку проверить? Тильда вроде бы, чтобы посмотреть. Кто-то один отключился только. Я уже опять скриншот сделал. Ну ты же вроде сейчас не карту делаешь, зачем тебе скриншот? Я проверял, на какую кнопку. О, сейчас еще нижнюю обвалим.
Походу они реально вышли. Ну. А, нет, вот он. Он только сейчас в чат вышел. Ну, они поняли, что уже все. Все. Один. Нет, у них еще реактор один горит. А-а-а. Ждем. Все, я его до конца добил. Блин, я думал, снайперка перезарядится, и я в воздухе его добью. Нет, не успел. Просто 1600 урона против 63К. Ты какую-то пушку даже имбалансную поставил, да? Ну там много пушек имбалансных. Давай один на один. Только да. Немножко, я тебе кое-что показать хочу. Как опять карта обвалится. Ну давай один на один. Смотри, вот на... Вот это ставь. Все. Бесконечная энергия, там все остальное. Да это ж вообще, ты же быстро прокачаешься, ты чё, давай, ну давай. Я хочу устроить битву на ядерных пушках. А чё за ядерные пушки, хоть скажи. Ну, для них нужен завод лазерный. Не обращай внимания. На, да, опять красиво, да, знаю. Но лучше сначала укрепи базу, а то будешь лохом. Да, нормально. Но не ставь ничего, кроме лазерных, ядерных пушек. Чисто на них будет. Ну, то хотя бы скажи, где они находятся. Они 1500 ресурсов стоят. Сейчас гляну. Как я красиво базу построил. Да и вообще смысл тут строить нету, вот если так подумать, зачем? Если ну, мы, потому мы, что мы, вот эта мы... база, которую я сейчас укрепляю, вот эту средняя, нижняя, она упадет сейчас. Я настолько профессионально строю карту, потому что я мучаю таких людей. А еще тут есть маус. Тут можно маус поставить, а еще он может тебе снести половину базы. Именно тому человеку, который стреляет. А, у него же отдача большая получается, да? Ну. И из-за этого он сносит, все понятно. Я могу даже показать, смотри, сейчас. Ты хочешь по мне выстрелить маусом и проверить, выстрелил ли я под этим ударом? Нет, я хочу проверить. Кое-что другое. Ага. Спасибо. Выживу ли я после этого? Лол. Ну посмотри на мою базу, это просто желе. Ты издеваешься? Поставил такую фигню? Смотри, смотри, смотри. Не смотри! Ты знаешь, что 130 тысяч? Смотри, вот это ядерная пушка. И чё она? Смотри. Сейчас увидишь, смотри. Блин. Не успел. Как тебе выстрел? А где она хотя бы? Она почти самая последняя. 6 тысяч, 20 тысяч. А, 1500 и 800, которые стоят? Да, да, да. Это вот эта вот фигня, да? Ну, ну ты даже поставить её не дал, ну ты издеваешься. Я не думал, что я так хорошо попаду из пушки, которая должна попадать только в стену. Точнее, в потолок. Ты да. Как? Посмотри просто на это. Знаешь, просто экран моргает. Сути никакой нету, просто моргает экран. Эпилептиком такое смотреть реально нельзя. А, ты еще как-то сдох. Так ты же сейчас последним этим попал, прям в верхний этот. Я просто нажимал на разные пушки и нажимал на Е, чтобы выстрелить потом. Да я понял. Нормально. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если желаете также со мной поиграть и попасть в ролик, то пишите здесь, пишите в Discord, ВКонтакте. Там уже с вами решим, обговорим, когда, куда и как. Если понравилось, поддержите лайками, подпишитесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.